Как показывают соцопросы, именно проблемы ЖКХ волнуют большую часть населения России. Поэтому Челябинский форум было решено посвятить только жилищно-коммунальным вопросам. На данном форуме обсуждались четыре площадки. В первую очередь это вопросы, связанные с лицензированием управляющих компаний, потому что сегодня на рынок работают и управляющие компании, и ТСЖ. И мы знаем от наших граждан именно и Брянщины, что есть управляющая компания, с которых можно брать пример. Но есть управляющая компания, которая сегодня представляет негатив просто в этой сфере бизнеса. В форуме приняли участие более 1000 делегатов из 85 российских регионов. Эксперты, профессионалы, управляющие домами, законодатели, общественники, представители ТСЖ. Очень сильно обсуждался вопрос о том, чтобы предоставить собственникам жилья право, как называют его на форуме, называли вето, чтобы собственники могли защитить свою управляющую компанию при отзыве или при остановке действия лицензии. Почему? Потому что иногда это связано, ну, с такими проблемами и условиями, когда управляющая компания, она просто либо технически, либо материально не может решить, да, эту проблему. Для улучшения связи жильцов с управляющими компаниями использовать интернет, чтобы привлечь те группы граждан, которые не активны в принятии решений и проведении собраний ТСЖ и управляющих компаний. То есть там молодежь, те люди, которые действительно работают, и некогда ходить на эти собрания, возможно, смогут свое решение высказать не на общем собрании, а через интернет. Предложения, в том числе по изменению законодательства, высказанные в ходе дискуссии, были включены в итоговую резолюцию форума. В ближайшее время они приобретут статус государственных решений, поручений председателя правительства. Елена Смирнова, события, Брянск.